Це відео спеціально записано для конкурсу «Театр у піжамі 2020» Курячого Валерія Майдадира. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку-то обижать и припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, а пузатая от меня убежала, как от огня. Что такое? Что случилось? Из чего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами. Кочерга за кушаком, все вертится и кружится, и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее бакса, у тебя под носом клякс, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали от тебя. Я, великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочал командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят и залают, и завоют, и ногами застучат. И тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз, вскричал «Карабарас!» И сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моим трубо чисто. Будет труба чист. Тут и было подскочила и вцепилась в глаза, и юлила, и вылила, и кусала, как оса. А от вешеной мочалки я помчалась, как от палки. А она за мной, по садовой, по стеной. Я к творческому саду перепрыгну через ограду, а она за мной мчится и кусает, как волчица. Дух навстречу, мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку сам на гарку проглотил. А потом, как зарычит на меня, как ногами застучит на меня. «Уходи-ка ты домой!» — говорит. «На лицо свое умой!» — говорит. А не то, как на лечу, говорит. «Растопчу и проглочу!» — говорит. Отпустил себя по улице бежать. Прибежал к умывальнику опять. Мылом. Умывался без конца. Смыл ваксу и чернил с неумытого лица. Сейчас же брюки, так и прыгнули мне в руки. А за ним пирожок. Ну-ка, съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд. Подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась. Воротилась тетрадь и грамматика. Отпустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, вот наконец-то ты грязнули, Майдадыру угодил». Надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое. И полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане, всегда и везде, вечная слава в воде.